хватит или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед! Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны на врагов! Так точно, товарищ комиссар! Ищь коммунистическое учение! Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннелей! Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен! Только партия спасет человечество! Под кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бездомные. Только партия покажет нам свет в конце туннеля. Марксизм-ленинизм говорит... Скажите, а что марксизм-ленинизм говорит о безголовых мутантах с Филевской линии? Ну, вопрос-то жизненный. Это самое... говорит... Тишина! Строимся! Все за мной! Вот она моя получка. Боюсь, только надолго этого не хватит. И помрем мы нищими. Так все, хватит! Довольно болтовни! Подъем! Строиться! Thank you.
Постойте. Послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там пролом есть. Если мы пойдем по тем трубам, может быть, сможем... Сотина не прощает предателей! Клянусь, я правду говорю. Товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть, недолго. Я в госпитале полевом провалялся. А что было-то? Фашистские ублюдки натравили на нас террористов-смертников. Неужели кто-то за них готов подорваться? Да нет, конечно. У бедняк были руки связаны за спиной. Они просто бежали на наш блокпост, а фашистские автоматчики стреляли им в спину. На блокпосту подумали, что кто-то из наших сбежал из плена. И что случилось? Да они пытались что-то кричать, но фашистские ублюдки отрезали им языки. Господи, то есть Маркс. Готовимся, люди. Что происходит? Попалась!
метрополитена имени Владимира Ильича Ленина в ваших руках. Напевай! Вставай, проклятием закремённый! Так нам заплатят или нет? Маркс говорил, что экономика важнее идеологии. Хватит ныть! Мы платим патронами и платим вперед! Но надеемся, что вы проявите себя сознательными бойцами и истратите патроны на врагов! Так точно, товарищ комиссар! Есть коммунистическое учение! Учение света поможет нам найти верный путь во тьме туннели! Лишь имя Ленина освещает этот метрополитен! Только партия спасет человечество! Под кумачевым стягом красной линии соберутся все отверженные, все несчастные, бедняки, рабочие, бедствовные. Военно-полевого трибунала эта трусливая сволочь приговаривается к смерти. Послушайте только, послушайте, прошу. Я просто пытался обойти их со стороны. Видите, там пролом в рельсах. Если мы пойдем по тем трубам, может быть, сможем забраться к ним. Родина не прощает предателей! Клянусь, я правду говорю. Это я. Я дорогу нашел. Товарищи, не слышали, что тут вчера произошло? Я тут был. Мне чуть башку не оторвало. Кошмары до конца жизни будут сниться. То есть, недолго. Иваненко, пойди проверь, вдруг подонок говорил правду.